Привет. Привет. Как тебя зовут? Алина. А почему ты сейчас дома? Из-за карантина. А что такое карантин? Это когда все люди на планете сидят дома. Это когда вообще во всех странах карантин. А как давно ты дома? Наверное, неделю уже. Месяц. Как? Недели три, наверное. Сколько тебе лет? 6. 6? Легко ли быть ребенком? Не очень, скажу. Почему? Иногда на тебя грузит 100 миллиардов заданий. А как ты думаешь, легко ли быть взрослым? Тоже не. Почему? Надо, если ты родишь ребенка, надо за ним ухаживать, полночи не спать. Понятно. А ты знаешь, где живут сны? Да не. Ну, если я неправильно говорю, то я, если честно, не знаю. Я думаю, что они живут в нас. У нас. В голове? Да. А когда ты не спишь, где сны? Они в голове тоже. В голове спят? Ну да. А как ты думаешь, почему люди читают книги? Чтобы быть умными. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Шеф-поваром. А если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты сделала? Я бы собаку наколдовала. Каким должен быть лучший друг? Хорошим. Помогать должен. Защищать. Как можно наказывать детей? И за что? Можно наказать их за то, что они... наврали там. Вообще самое главное тогда наказать, когда ребенок уже 2 дня в суток вам делает зло. Тогда обязательно надо наказать. А как его надо наказать? Ну, сказать, чтобы он месяц сидел в углу. Ну, и спал там, ну, есть, можно на кухню прийти. Чему ты бы ты хотела научиться? Я чему хотела бы? Готовить. Готовить? Ну, это я, понятно, всегда научусь готовить. А сейчас, чтобы мне было важно, то я сейчас думаю. Хочу научиться слоги или читать за 1 минуту. Чтобы прочитать 1 книжку за 1 минуту. Это ж круто, интересно, как-то хоть можно удивить. Хоть подписчиков, они, может, напишут мне столько лайков, что я сама запутаюсь в голове. А как ты думаешь, почему люди болеют? Чем? Ну, вообще просто болеют. Разными болезнями. Как ты думаешь, почему они болеют? Например, из-за того, что болеют и... Я думаю, что болеют они из-за того, что когда они выходят холодным днем на улицу, они просто замораживаются, и тело холодным встает, и градусник передает такую температуру. Вот. Как бы ты хотела, чтобы тебя баловали?
Там я слышала по видео, есть такие машины огромные, что садишься, и они едут. Я такую хочу и собаку. А хотела бы ты иметь брата или сестричку? Нет. А почему? Ей тоже надо покупать игрушки. С ними надо делиться, я не хочу. У меня есть свои игрушки, я играю своим. Твоя любимая игра? Моя любимая игра? О, у меня все любимые. Ну, одна какая-нибудь. Больше самая всего любимая. Мне нравится монополия. А как в нее играть? Монополию? О, это долгий рассказ. Ну, в общем, достаешь там картинка, выбираешь понягу себе и другу. Если вас четвером, там есть карточки с поняшками. Ты их засовываешь под коробку, оставляешь только розовые там части. Каждый вытягивает. Хвостики, да? Да. И вытягиваешь, какая тебе поняшка попадется, то и играешь. В общем, у тебя есть фишки, деньги тебе 20 дают денег. Банк остается, он тебе, когда прошел круг, дает 2. И так, если ты попал на купленную собственность, их там по 5 есть разные собственности, и если ты попал на чужую собственность, ты можешь, ты должен заплатить. А если у тебя был шанс, там сказано, можете купить чужую любую собственность, то тогда вы покупаете. И также там шансы есть разные. Ясно. Интересная игра, да? Да. Чего ты больше всего боишься? Я? Пауков! Чего? Я когда была на даче, я увидела такого паука, он такой сзади, что таким вот каким-то, вот таким грибком каким-то, такой темный. Это не то, что миленький, тоненький паучок, такой уже страшный. Я сразу сбежала на лестницу на даче своего домика. У меня был. Какой твой любимый праздник? И Новый год, и день рождения, и все. Ну, а если один какой-то выбрать? Самый любимый. У меня все. Ну, просто на Новый год, одно дело на Новый год, только надо заказать письмо, и Дед Мороз принесет. Если ты еще хорошо себя вел. А другое дело, на день рождения там все делать. Так что... Там может не угадать твой подарок любимый, потому ну, я выбираю и то, и то. Мне всегда все нравится. А как ты думаешь, почему люди обижаются? Ссорятся? Обижаются. Потому что, например, у тебя забрали игрушку без спроса на кинотеатр, чтобы взять, например, вам показать кинотеатр. Вы можете расстроиться и обидеться. Все. Конец истории вашей. А что может тебя обидеть? Меня? Мне может все обидеть. Мне может обидеть то, что взяли без спроса игрушку. Меня может обидеть то, что мне... Как сказать, ударили. То, что мне рассыпали карты, было в этой другой игре. Ты чувствительная девочка, да? Да, я, конечно, раньше была не такая, но... Ну, зачем людей обижать? Это не вам простили, а вы не заметили. Что такое плохое и хорошее настроение? Плохое это тогда, как я только что рассказывала. Плохие дела есть, плохие люди есть. А именно настроение плохое. Плохое настроение это тогда, когда ты такой, не слушаешься мамы, не хочешь ничего делать.
Хочешь взять и спать. А хорошее настроение? Это тогда, когда ты просыпаешься с улыбкой на лице, и все ты делаешь. Это называется хорошее настроение. Какой герой мультфильма или сказки тебе нравится больше всего? Ну, если с принцесс, то все. Все мои принцессы – это самые любимые мои. Ну, если честно, то я думаю, что мне больше всего нравится как бы Рапунцель с Авророй. У Рапунцель такие длинные волосы. Вот, ящерка есть. Особенно я когда-то была с ящеркой. С кем тебе больше всего нравится дружить? С мальчиками или девочками? Да все они такие себе. Какие такие? Да такие себе вот. Ну, а если выбирать, то с кем тебе лучше дружиться, с мальчиками или с девочками? Если про мой садик, то лучше я бы подружилась с мальчиками, если бы я знала, что так будет всё. Что ты любишь больше всего? Собак и котов. А что ты не любишь? Шо-шо. Сейчас я думаю. Рис. Ненавижу его. А чем он тебе так не угодил, этот рис? Да мне вообще не нравится. Не по вкусу идет. О чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? О собаке. Я почти везде говорю собака и собака, собака по собака, потому что я люблю собак, мне и коты нравятся. Но я мечтаю о собаке, все-таки это больше удовольствия, чем от кота. Ну какую собаку ты мечтаешь? Шпица. Они такие милые. Вот. Какая твоя самая-самая вкусная еда для тебя? Какая самая вкусная еда на свете? Это, наверное, желе. Я люблю желе. А что для тебя самое удивительное в мире? Что тебя удивляет? То, что когда я знакомлюсь иногда с детьми, они не отвечают мне ничего. Вот это меня удивляет. Что какая-то страшная, что привидение или что. Ну, может, они просто не коммуникабельные, а ты общительная девочка, да? Ну, все равно надо дружить. Вот мне рассказывала мама, надо со всеми дружить, а они не дружат со мной. Да что за дети эти? Да, люди. Ну что с ними делать? Что ты считаешь чудом? Чудо. А что? Чудом. Ну что ты считаешь? Что такое чудо? Я. Чудеса. Что для тебя? Это то, что я помню, на Новый год прошлый. Нет, мороз не пришел. Так, как обычно. Он ночью пришел. И вот это для меня чудо. Ну почему он ночью пришел? Когда ты спала? Да. А ты хотела его увидеть? Да. А он ночью пришел, оставил подарки и ушел, да? Угу. Тебя это расстроило? Угу. Понятно. У меня к нему был вопрос как раз. Есть что-то такое, что ты сделала, а теперь жалеешь? Яйцо. Ну, я сделала такое яичко, и там такой малыш, типа. Ну, малыш яйца. А что надо было не делать?
Я сначала хомяка хотела лялю превратить в кудрявого полчаса, но потом я поняла, что все равно такого не будет. Я расстроилась, потом я придумала, что у меня будет такая ляля. И яйцо большое, чтобы вот типа он там живет. А что ты хочешь сделать в скором будущем? Такое важное для тебя. Что ты планируешь сделать? Хочу быть модницей, моделью. От чего ты можешь заплакать? Лук, от луков плачут. А где тебе хорошо? На море где? Ну на море, ну хочу я на море, ну дайте мне море этого. Что бы родители могли сделать для тебя, чтобы ты была счастливее? Собака с моем, все. И машина игрушечная, что я говорила. Вот это все, что мне надо. И все, а все остальное Деду Морозу, там и остальное, так, и все. Фу-фу-фу, тьфу-тьфу, тьфу-фу-фу. Какой у тебя был просто день, не праздник, когда ты была очень-очень счастлива? Это вчера. А что, мне тогда подарили книжку с принцессой, мне это нравится. Там зашифрованы эти буквы были. Где тебе лучше, когда ты ездишь куда-то или дома? Езжу куда-то. А почему? Потому что куда ты едешь, когда ты куда-то, тогда ты развиваешь мозг и узнаешь новые места. А когда ты сидишь дома, ты ничего не понимаешь, у тебя нет ничего интересного. А когда ты одна сидишь, то что ты делаешь? Я? Да. Обычно меня оставляют, когда я кушаю. Ну, а когда ты одна, что ты обычно делаешь? Кушаю, я же говорила. Я одна кушаю. Или телек сотру одна. Не телек, а компьютер. Вот такое бывает. И это все. Это что обычно у меня? Чего тебе не хватает? Собаки. Для полной семьи. Ну, если можно, то папы не хватает. Если бы ты могла что-то поменять в нашей семье, то что бы ты это было? Я бы поменяла, чтобы у нас был хороший папа, чтобы у нас была собака. Вот это и машина вот игрушечная и так далее, все. Пока нет. За что ты обижаешься на родителей? Вот, например, мама мне выбрала такого папу, а папа оказался таким. Я на них обижаюсь. Вот так. Все. А за что ты любишь родителей? За то, что они мне делают приятные сюрпризы, подарки. И вообще я их люблю. Если бы ты могла помочь другим людям, что бы ты сделала? Например, если бедная семья, я бы им бы, если бы у меня было много денег, подарила бы деньги. Какой ты видишь себя через 10 лет? Ну, повыше как бы уже, умнее как бы. Как бы я уже с собакой могу гулять, я так думаю. Спасибо тебе за ответы. Пожалуйста, всегда буду рада.